такая игра динамичная получилась. И такой первый, второй тайм. Потому что ну, две команды, которые атакующие, встречались, и поэтому, ну, соответственно, оно, естественно, так и получилось. Ну, обидно, конечно, что мы проиграли, потому что, собственно, такой первый тайм мы действовали, ну, вообще две игры мы, два тайма действовали, исходя из плана, да, но первый тайм, то есть немножко вот это вот, ну, ветер, наверное, мешал в точности и сумбур. То есть вот этот сумбур надо было, конечно, убрать. Вот, во втором тайме, конечно, мы разменялись, и, ну, надо было немного хладнокровней именно. То есть когда даже игрок наш мог зацепиться за мяч, и мы подкрывались под взаимодействие, то ли, ну, может быть, ветер, может быть, еще что-то, ну, сложно сказать, хотя ну, я не сторонник всегда говорить там о каких-то вещах, потому что мы должны были действовать в собственном ключе, и здесь, наверное, такие вещи, как ну, не забиваешь ты, да, и забивают тебе, и, потому что в первом тайме были моменты, когда нужно было забивать, второй тайм начали с голевого момента, который мы, к сожалению, не забили, вот, ну и Аланья выиграла. Встречалась, на мой взгляд, два достойных соперника, и я поздравляю Аланью. Мы начинаем, для нас очень важно начать следующий, вот завтрашний день, начать с реакции, да, и мы начинаем не с нуля, мы начинаем с опыта, это опыт, поэтому надо двигаться дальше, будем двигаться. Очень хороший старт получился у «Факела» после возобновления чемпионата. Как-то задача скорректировалась после столь удачной серии? Нет, вот у нас как была задача, мы эту задачу решали. Вот, и я благодарен ребятам, что они ее успешно решали. Потому что в плане, допустим, даже задачи какой-то турнирной, у нас была задача еще и развитие командной игры. И, значит, мы с ней справлялись и справляемся до сих пор. Но вот сегодня мы споткнулись.